Ребят, давайте посмотрим новости. Что у нас показывают по новостям, что творится в нашем городе? Артем, включи телевизор. Сейчас включу. Здравствуйте. Главные новости Grand Criminal Online. Сегодня в городе Sunrise возле бизнес-центра было совершено покушение на жизнь одного из лидеров самой влиятельной мафии ВГКО. Лидер данной мафии вышел из бизнес-центра, направился на парковку к своему автомобилю и был расстрелян группой неопознанных наемников. В результате нападения злоумышленники тяжело ранили Кастростра. Однако скорая помощь быстро прибыла на место происшествия и никакой угрозы для жизни больше нет. Наемники скрылись с места преступления на автомобиле Rolls-Royce, однако полиции не удалось их задержать. Полиция призывает, что если есть свидетели происшествия, обратиться в специальную службу анонимно. На месте работает наш специальный корреспондент, он более подробно расскажет об инциденте. Здравствуйте, я Масечка. Я сейчас нахожусь на парковке, где произошло покушение. Вот на этой парковке было совершено покушение на одного из лидеров мафии. Это дерзкое преступление совершили 4 человека. Полиция хочет найти быстрее, чем их найдут члены мафии. Но у нас есть запись с камер наблюдения, как произошло нападение на Кастроста. Смотрите, как это произошло. В прошлый раз забрал у нас сумку с деньгами. Валим его, останавливаем. Валим. Все, валим отсюда. Валим, валим, валим. Валим, валим, валим быстрее. За нами хвосты. Подстрелили одного из нашей мафии, одного из члена нашей мафии, одного из лидера нашей мафии подстрелили. Туда подъехала скорая помощь. Надо отомстить за него. Позовите мне самого известного убийцу, самого известного киллера в этом городе. Позовите Дахаку. Сейчас я позову Дахаку. Пойдемте встретимся с Дахакой. Только не вмешивайтесь, я буду один разговаривать. Не пойду. Привет, Дахака. Привет. Как дела? Дахака является самым известным убийцей в ГКО. Руководит боевым крылом мафии. За его плечами сотни тысяч убийств. Известен тем, что убивает всех врагов и выкладывает на своем YouTube-канале все убийства. В общем, нашего одного из лидеров мафии нашей захотели убить, надо за него отомстить, надо поймать, найти и убить всех, и желательно одного взять в плен. Ты самый известный, самый знаменитый киллер. Ты сможешь это сделать? Без проблем будет сделано, я их на фарш порву. Все, постарайся одного взять в плен, чтобы мы смогли с ним поговорить, узнать заказчиков. Сделаю все возможное. Все, мы тогда пойдем сейчас в больницу за нашим другом, посмотрим, как у него самочувствие, а ты найди и накажи этих уродов. Ой, отлично, хорошо будет сделано. Все, спасибо, мы в тебе не сомневаемся, ты самый-самый топовый убийца, киллер в этой игре. Мы пошли в больницу. Все, давайте, удачи. Доктор, привет, как там наш друг? Больной в крайне тяжелом состоянии, но мы его смогли спасти. Он сейчас выйдет из больницы. Спасибо, доктор. О, привет всем. О, привет, привет, братишка, как здоровье? Да вот, потихоньку сейчас вот выздоравливаю. А вы нашли вот этих четверых? Да мы отправили киллера, им занимаются, их скоро найдут, или уничтожат, или привезут к нам на разговор. Одно из двух. Да, короче. О, отлично.
Поехали в пентхаус, там отдохнешь, здоровье поправишь. Спасибо, доктор, еще раз. А доктор? Да, поехали. Здорово всем. Пойдем в пентхаус, отдохнешь. Пойдем. В это же время, когда мы забирали Кост Роста из больницы, в то же время Дахака уже обнаружил врагов и сидел в засаде, чтобы уничтожить всех и одного взять в плен. Погружайся, своя работа. Это еще что было? Давай, бегом, пошевеливайся. Без резких движений, либо я тебя грохну. Заходи. Быстрее. Кост Рост, как твое здоровье? Да нормально, потихоньку выздоравливаю. Это хорошая новость. У меня тоже есть хорошая новость. Дахака убил троих твоих обидчиков и одного взял в плен и везет его сейчас к нам. У нас задача узнать, кто был заказчиком твоего убийства. Кто хотел тебя убить. Надо это выяснить. Да. Пошевеливайся. Давай, заходи. Привет, Дахака. Привет. Привет, я его привел. Красавчик, красавчик, брат. В тебе никто и не сомневался, что ты это сделаешь. А с теми тремя, что, как они? Они трупы. Это хорошая, хорошая новость. Отличная новость. Так, тебя зовут Артем, да, получается? Верно. Почему ты хотел убить одного из лидеров нашей мафии? Ребята, не убивайте меня, я всего лишь исполнитель. Я могу вам показать местоположение заказчиков, имен у них нет. Тебе заплатили за это деньги? Да. Что думаешь, Кост Рост? Я думаю, поехали-ка мы его убьем. Кого, заказчика или Артема? А там уже по пути узнаем, кто есть заказчик. Ну отлично. Дахака тебе как раз поможет в этом. Увезите его и разберитесь по всем моментам. Поехали. Поехали. Я хотел вам рассказать небольшой секрет. На самом деле какой? Не было никакого заказчика. Я все это сам спланировал. Но я готов вам дать 10 миллионов за сохранность моей жизни. Мы не продаемся. Главную роль злодея исполнил Артем. Вот его ID. Роль мафиозника, на которого совершили нападение, сыграл Кост Рост.
Роль самого известного киллера в Sunrise в ГКО исполнил Дахака. Ссылку на его канал я оставлю в описании под видео. Обязательно зайдите и подпишитесь, вы увидите кучу много убийств.